Жену президента Сирии Башара Асада Асму предлагают лишить гражданства Великобритании. С такой инициативой выступила группа британских депутатов. 41-летняя Асма Асад родилась и получила образование в Лондоне. У нее двойное сирийско-британское гражданство. В 2000-м она приехала в Сирию, где вышла замуж за Башара Асада. Асма ведет несколько аккаунтов в соцсетях, где всячески поддерживает действия супруга и критикует политику стран Запада. Британские депутаты заявили, если это будет продолжаться, примут меры, а именно направят официальное письмо в Министерство внутренних дел с просьбой лишить Асму Асад гражданства.